87-й год – это для нас не так давно, а для вас это какая-то другая эпоха. Это эпоха, когда не было мобильных телефонов, то есть вообще. Когда не было гаджетов, то есть вообще никаких не было. Но чувства, отношения, взаимоотношения, любовь, предательство, ненависть. Эти чувства были всегда. И 20, и 30, и 200, и 300 лет назад. Какие-то вещи действительно погружают нас в атмосферу 1987 года. Но какие-то вещи для вас, мне кажется, будут очень и очень узнаваемы. День рождения, который отмечается в квартире, в отсутствии родителей, уехавших на дачу. Разве сейчас такого не бывает? Мне кажется, бывает. Итак, 1987 год. Майский вечер. День рождения Максима. Поехали. Хорошо быть молодым, всю любовь к себе сражаться, перед зеркалом седым независимо держаться. Хорошо всего хотеть брать свою, ее краткой гордой гривой решимости, гордой славиться падкой, но это затевать, прорастим этим вечно повод подавать. Раздула жарких сплетен, а я, как всегда, первый. Ты в дом не зовешь?
Ей-богу, можно! Это я так! Ну, а ты сам-то хорош, смотри, в каком мы виде. Ой, не успел! Гостей встречаю! Тоже мне гость нашелся! Ну, я-то ладно, а если бы... девушки? Девушки? Что ли, парня в шортах, что ли, или никогда? Не знаю, не спрашивал, а ты это хорош подкаст, иди переодевайся, а я, если кто придет, скажу, что босс был, но отлучился по делу, по большому. Что ты несешь? Ладно, не спать, не дай то, что собрать. Наверное, не Саша, как ты раз, я выбил Максу правый глаз, теперь не дружу там со мной. Мебель помогал перетаскивать, а другой лента Макс
его затащила. Пойдем, да пойдем, то да все. Ну ясно. Ну и как тебе? Да мне как-то все равно. Ишь, все равно ему. Ты хоть знаешь, что у него ума за отец-то? Дипломат какой-то. Вот-вот, дипломат. Посол, посол он поручение, понял? Посол, рассол, дипломат, чемодан. Мне какая разница? Нет, брат, это знаешь ли, ого! И как это сына такого родителя занесло в нашу простую школу? Ни элит, ни спец, ни физ, ни мат, ни рыба, ни мясо. Марш нас со второго класса. Тогда его отец еще не был. Ну, а потом не захотели переводить. Что-то он сплоховал. А ты бы ушел? Не знаю. Да какая тебе вообще разница? Ты мне лучше скажи, как ты насчет... Нет. Что? Совсем? Даже в день рождения? Ну, в день рождения чисто символически за Макса. А давай, чисто символически за Макса. Что, прямо сейчас? Давай лучше потом, когда все соберутся. Ну потом, само собой. А мы сейчас в узком, дружественном кругу. Кстати... Я знаю, где он тут хранится. Уже. Вот. Смотри, уже распечатанное. Супер. Легкое, как горный воздух. Дай-ка взгляну. Потом взглянешь. Поверь мне, друг, я не предам. Да ты знаешь, неудобно. Неудобно, Леня? Сам знаешь, что неудобно. И то некоторые наловчились. Давай, давай, за Макса. Ему сегодня 18. Случай, выходящий за рамки человеческого сознания. За это сам Бог велел. Как, уже 18? Ну да, он болел с 8 лет, в школу пошел. Давай, за Макса. Скотина. А я ведь поверил. Слабенькая. Сколько? Градусов 70, да? Да что ты. Это тебе с непривычки показалось. Всего-то... 67. Кстати, мы договорились до дна, а у тебя еще вон. Я же все допил. Это тебе тоже с непривычки показалось. А ну-ка давай, завершай эту песню. Нет, не буду. Да, никаких не буду. Никаких все. Максу 18. Ты у него в гостях. Первый полагается. До дна. Макс узнает, что не допил. Обидится. Ты уважаешь его или нет? Ну, уважаю. Ну вот, погашай задолженность. Потом... Водички запьешь. Давай. Раз и в дамки. О, вот и Макс. Здорово, Макс. Привет. Я поздравляю тебя с совершеннолетием. Спасибо. Мы по такому случаю столиком уже сдрогнули, но о подарке я помню. Вот этот, как его, галстук. О! Носи и радуйся жизни. Галстук. Спасибо. У меня как раз нет. Смотри, Толик, какая замечательная клеточка. Да, прекрасная клеточка, Макс. А вы тут, товарищ, уже вздрогнули. А это вы здорово придумали. А давайте теперь еще раз, только уже со мной, а? Супер! Это идея. Лёня, тебе надо всем вместе вмазать в расширенном кругу. Макс, стартуй. Не-не-не, тормозите, мужики. Я и так уже почти в космосе. Да, гляни, брезгуешься. Обидимся? Не снимай с катушек? Нет. Да ладно тебе! Нет! Сказал нет? Значит нет. Потом, когда все соберутся, без базара. Зай... Ладно, Леонид, потом так потом. Но только что вы, правда, без базара. Скажи, Лёнь, а ты кого вчера бил? Я? Да, бил кого-то. А что, разведка сработала? Да нет, по сигналу передали. И голосу Америки? Да и сам понимаешь. Слухи, они опережают своих героев. Ну так кого? Да мужик какой-то пьяный с бодуна сунулся. Вот я его и обработал. Вот, кулак о зубы разбил, смотри. Ух, перфоратор у тебя, однако. Не хотел бы я попасть. Вот и не попадайся. Лёня, а что, пьяных не любишь? Да отец раньше пил до Кольского. Там завязал, чуть не окоченев однажды в морозе под 50. А то бывало напьется, придет домой и ну меня воспитывает. Поймал лацаревич лягушку и ну на ней. Прости. Бил? Кого люблю, того и бью, говорил. Сейчас ты хоть отстал? Да вроде как, 5 лет уж как завязал. Ну и все, садись, расслабься. Сейчас музыку послушаем. Кстати, Макс, у тебя беда есть? Нет, родаки на дачу везли. Будете, говорят, такую гадость смотреть? Эх, жаль.
сейчас бы такую кассеточку, да с такими бы девчоночками. Ахнешь! И Лёнька бы повеселел. О, а у нас и свои есть. Тоже ахнешь. А кто? Да, Ленка, наверное. Вот и хорошо, и видать не нужен. Это про Мишу. А, ну после этого мы, конечно, к ней несправедливы.
пока еще. Так вот, есть некто Миша. Личность довольно известная в узких кругах местной братвы и милиции. 4 года тому назад условная судимость. Потом армия, деньги, 2 раза по 15 суток и разбитый автобус. И вот этот вот Мишин встречает у школы очаровательную Катю Котову. И да, прилепляется к нему, как клей. Супер момент. Намертво. Не отдерешь. А кто-нибудь пытался? Да была охота. Одной проблемы больше, одной меньше. Это все пустяки. Дело житейское. А ты скажи мне, Лёня, тебя случайно не Карлосом зовут? Слушайте, ребят, какие-то мы уж все больно святые. То с нами водятся хорошие, а не водятся плохие. Да, друг мой, ты уже в политику лезешь. Да погоди ты, Астрид. А, Макс? Ты сам сейчас посмотришь. А ты сам смотрел? Ты, Максим. Я? Да ты что? Мне мама с папой самого нежного возраста запрещали общаться с плохими мальчиками и девочками. А скажи на милость, тебе мама с папой со мной разрешают общаться? Как же это так получается? Темного происхождения, кровь не голубая, отец спил как лошадь. Может, я из колонии сбежал, может, я из колоны, а? Лёнь, ну ты чего бочку-то болезнь? Это же шутка и даже не про тебя. Да откуда я знаю? Может, вы с ним тут, в мое отсутствие, меня здесь причесываете? Вот все, и давайте замнем для ясности. Выяснение отношений переносится до места и часа дуэли. Лёня, Леонид. Окей. Да я-то что, разбирайтесь сами. Интересно, что Ленка Максиму подарит? Как пить дать галстук? Да, это было бы здорово. Максу бабочку для полного комплекта. Приветку. Привет, Лена. Привет, Лена. Лена. Поздно, чем никогда. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, кошка. Толик, если можно, назови меня кошкой, пожалуйста. Да? А как же теперь тебя величать? Меня вообще-то Катя зовут. Вот меня что есть? Хватит! Ваше сиятельство княгиня Екатерина Романовна. Анатолий Павлович. Тем более, княгиня Екатерина Анатольевна. Прошу простить нашего общего друга. Он шутит. Пожалуйста, проходите, садитесь, ешьте, пейте, занимайтесь чем хотите. Мы вам не помешаем. Я надеюсь. Вам здесь понравится. Ну что все? Да, давайте к столу. Одну минуточку. Максим, я не умею говорить красивые речи, поэтому сразу. Вот подарок. Ура, галстук! Галстук? Галстук. Нет, а что, надо было галстук? Толь, даже ленту без платовой. Нет, галстук не нужно было. Чего там у тебя? Отец лечил одного англичанина, и тот подарил ему ракетки фирменные. Ну, вот одну из них я тебе... Сам понимаешь, с наилучшими пожеланиями. Хочешь, будем вместе ходить и играть. Да, спасибо, Ленка, спасибо. Я почти всю жизнь мечтал. О, мастерская ракета. Ты еще бац. Да, с такой ракетой по мне этот. Как его? Уимблдон. Точно, Уимблдон плачет. Спасибо, Ленка, спасибо. Давайте к столу. Я уж поскольку профессионал со стажем, то и беру на себя обязанности за пивалы. Обязанности кого? За пивалы, девочка. За пивалы у нас не будет. Запивать будем вместе. Ну-ну, запивай. Стоп, сначала я. Приложение следующее. Из-за общей задержки всем пьют штрафную. Мужики, если такие имеются, в обязательном порядке употребляют вот это. А девушки еще более обязательно в порядке шампанское. Максим, я сегодня... И так довольно хорошо побыл мужчиной, поэтому можно теперь я в обязательном порядке побуду немного девушкой. Ну да, чьи слова? Когда все соберутся, то... Да я вообще... А, история! Девчонки, договор дороже чего? Денег! Верно. И я, как главный запивала, требую неукоснительного соблюдения договора. И именно поэтому, Лёня, на первое ты должен выпить не что иное как рому, а потом... Лучше свое шампанское, как кошка. То есть, как Екатерина Анатольевна. То есть, я хотел сказать, как девушка. Как совершенно верно заметила Люда Макс, ты из нас самый старший. Я бы даже сказал, самый старый. Ну, спасибо. Старость, Макс, это хорошо. Особенно, когда слово старость происходит от слова... Старик.
Верно. А слово «старик» происходит от слова... «Стар». Совершенно верно. А слово «стар» в переводе с враждебного и давно забытого нами языка означает... «Звезда». Правильно. Сегодня среди нас родилась новая, я бы даже сказал, сверхновая звезда. И пусть светит для нас, в особенности для вас, девушки, ее лучи. За тебя, старик! Спасибо! Хочешь? Как хочешь?
старинный кавказский тост. Ура! Тост! 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 Замечательно. Давным-давно жил-был шах. И была у него красавица-дочка, прямо как вы, Екатерина Анатольевна. Выросла дочка примерно до 10 класса и говорит шах. А ну, собрать всех джигитов со всех аулов, тому джигиту, который на скаку разрубит два подброшенных апельсина посередине, я отдам в жены свою прекрасную, как Екатерина Анатольевна, дочь и пять мешков баксов в придачу. Много собрало джигитов. Все стоят, горцуют, веселятся. Разбегается первый джигит. Это я. Разбегается. Ха! Один апельсин. Посредине. Второй апельсин. Даже не задет. Шах кричит. Убить! Народ кричит. Убить! Джигиты схватили. С коня стащили. Пробой сбросили. Ты, Толик. Я жив, Маша. Разбегается второй джигит. Ты, Макс. Максим. Разбегается. Ха! Один апельсин посередине, второй апельсин ней посередине. Шах кричит «Убить!», народ кричит «Убить!». Джигита схватили, с коня стащили и в пропасть бросили. Нет, Макс. Разбегается третий джигит. Леня! Разбегается. Ха! Один апельсин посередине, второй апельсин посередине. Шах кричит «Убить!». Народ кричит, за что? Шах говорит, за компанию. Так выпьем же, друзья, за компанию. Да, а вы почему не пьете? Вам не нравится наша компания? А, да, мы же вам не компания. Вы же завтра в подъезде со своим шахом. Смешано! А ты, кошка! Толик, хватит, кошка. Прекращай! Прекращай, сейчас я прекращу, чтобы каждая стерва в дом неброшенная хамила здесь! Нет! Я этого так не оставлю! Вот! Ты что делаешь? Ты, урод! А вы что вылупились? Этот гад будет делать все, что ему вздумается, а вы просто стоите и смотрите. Ты зачем ее ударил? Что она тебе сделала? Пить с вами отдала? Леня, Толик, прекратите вы с вот и правильно, что я сказала. Ты посмотри на себя. Северное сияние в глазах. Это что, я тебя заставлял водку шампанским мешать, а? Бревно ты пьяный. Ну а ты что стоишь? Сейчас я тебе покажу, как сговариваться. Лёня! Сейчас ты у меня сговоришься. Стой! Лёня, стой! Лёня, да, ты заступился за меня. Я благодарна тебе, но больше не надо. Это плохо закончится, слышишь? Лёня, хватит! Я так не хочу! Ты их прощаешь? Конечно, прощаю, Лёнич, ты что ты? Ей спасибо скажи. Стой, ты куда? Там балкон, 9-й этаж, куда? Не держи меня за дурака. Не прыгай. Сказал за нас, сказал за нас.
Ну что ты молчишь? Знаешь, я, наверное, должен извиниться перед тобой. В конце концов, я первый. Извиняйся. Почему? Потому что ты неискренен. Ты мне не веришь? Нет. Почему же? Да потому что, чтобы извиниться, надо понять и осознать то, что случилось. А для этого ты должен изменить мнение обо мне. А может, я изменил? Вот этому-то я и не верю. Что-то слишком быстро. А ты, конечно, знаешь, какого я было тебе мнения. А ты этого и не скрывал. Ну, прости меня хотя бы за это. Ладно. Ты что ищешь? Сумку свою. Пакет. Наверное, там, в прихожей. Вот. Это тебе. Что это? Подарок. Почему так долго ждала? Не подарила сразу? Спасибо большое. Ленка твоя дарит ракетки за 1000 баксов. А потом я. Открытку. За 5 копеек. Купленную соседям киоск. Да какая мне разница, 1000 баксов и 5 копеек. Мне не вообще все равно, что сколько стоит. Открытка. А тем более, ты забыл, в какой все меня встретили. И на подарки мне было. Дорогой Максим, говорят, зависть – плохое чувство. Но я завидую тебе, потому что ты, торопясь жить, опережая майскую молодую листву, цветущей весной стал совершеннолетним. Счастье тебе, твоя бывшая одноклассница. Цветущей весной, совершенно летним. Спасибо, какие хорошие слова. Сама придумала? Нет, твоя подсказала. Моя. Моей так слабо. Вот и не спрашивай. И вот еще. А это что? Янтарь. Самородок. Сама прошлым летом нас в море нашла. Теперь он твой, держи. Слушай, как-то неудобно. Во-первых, довольно дорогая штука. А во-вторых, тебе, наверное, дорого. Как пальцы. Во-первых, даренному коню в зубы не смотрят. А во-вторых, не очень-то и хорошая память. Так что на, держи. Сделай что-нибудь для своей. Что ты заладил? Для своей, для твоей. Какая она моя? А чья? Она моя? Какая же твоя, как моя, как и Толика? Прости. Ты его извини, он на самом деле неплохой парень. Не надо. Не оправдывай его. Я лучше пойду. Катя! Ну зачем ты так? Что? Мне правда пора идти. Дела. Да нет у тебя никаких дел. Как же? А в подъезде меня компания дожидается? Дожидается. Потусить, покурить с ними надо? Надо. Да и потом, за парнями побегать надо? Надо. Да мало ли сколько еще у меня может быть дел. А ты злая. А ты бы на моем месте долго, правда? Катя, ответь мне на один вопрос, только честно. Тебе правда было некуда пойти? В каком смысле? В перенос. Скажи, что у тебя дома? Да что ты из меня душу-то тянешь? Волнует что? А может, и волнует? Ладно. Все нормально у меня дома. Прилежные, просвещенные родители в единственной дочке души не чают. Так и норовят воспитать ее милой, прилежной девочкой. Так ты одна у старичков? Нет. Братья старшие. На 7 лет. Женат. Живет с вами? Ага. А с ним как? Да никак. Отношения не задались с самого нежно-голубого детства. Он меня избегал, сторонился почему-то, а сейчас и вовсе. И как он реагирует на попытки родителей тебя воспитать? Да раньше никак не реагировал, а потом мать ему нажаловалась, и он тоже стал меня воспитывать. По-своему, конечно. И чем кончаются подобные попытки? Дракой. Ты шутишь? Какие уж тут шутки, сплошное рукоприкладство. А ты небось отвечаешь? Ну да, попробуй ему ответить. Вот такой шкаф, как Леонид. А что его жена? А что жена? Девочка из общежития. Да и тем более, они воспитывают меня в
Ты терпишь? Терплю, да. Заметно, правда? Господь говорит, терпел и нам велел. А я тоже терпела. А потом, после очередных баталий, мне надоело. И я пошла к участковому. В милицию? Ну да, в милицию. В поликлинику, к врачу. Иди. И что? Ну, я задрала рукава, показала коленки, а он смотрит на меня и спрашивает, ну, что это такое? А он у нас мужик с юмором. Повел меня к главврачу, говорит, акт составляем и в милицию. А дальше что? Ну а что? Я взяла и выложила им все. А потом подумала, что сплошала. Уговорила их подождать. А на следующий день участковый с матерью разговор имел. Теперь все тихие ходят, улыбаются, в глаза смотрят. Мне от этого еще хуже стало. Знать, что твои близкие тебя боятся, боятся того, что ты доложишь на них. Ну ты даешь, не жалеешь? Они меня довели. Да, переплет еще тот. А в школе как? После нашей красота. Сплошные положительные эмоции. Несмотря на то, что на урок пару раз повар падала. А что они? Кто? Учителя, директор, прочие. Ну, оба раза пугались, конечно. Отца вызывали, спрашивали, нет ли у меня никаких болезней. А он все врал, говорил. 10-й класс, нервы, переутомление. А знаешь что? Больше всего на свете мне осточертело вранье. Дома обман, в школе обман, кругом сплошной обман. Всем на всех наплевать, всем только создать видимость участия, собрать, что получше. И ведь вроде хороший. Я же почему с теми ребятами судьбы связалась? Да нет, дружба, не то, что вы думаете. Думаете, черт с вами, просто они хотят жить как-то искренне, по правде, как и я. В любом случае, они что думают, то говорят. Что говорят, то и делают. Что делают, то и думают. Без всяких протоколов и регламентов. Дерутся, значит дерутся. Дружат, значит дружат. И, кстати, на улице они ушли, потому что беседа против вашего врага. Нашего врага. А не переходишь ли ты на личность? Прости, я не тебя имела в виду. Хотя сегодня мне показалось... Что? А то, что и ты тоже среди твоей прилежной компании престижных мальчиков и девочек полизов не меньше, чем там, на улице. Ах, разве там не все ангелы? Перестань! Ты прекрасно понимаешь, о чем я. В любом случае, там их видно, потому что они не прикрыты заграничным лоском, фирменными шмотками. Или ты подлец, или нет. А еще они не умеют красиво говорить на собраниях, получать хорошие оценки и пользоваться высоким покровительством. Как ты красиво говоришь! Кажется, еще немного, и я сам отправлюсь на улицу. К тебе умирает отличный менеджер по рекламе. Будем надеяться, что умрет. Это еще почему? Да потому что вся ваша реклама тем более вранье. Что-то ты, по-моему, зациклилась немножко. Всех и все под одно ребенку сравнял. Подлецы, сволочи и вранье. Других красок у тебя нет. Не нравится, не слушай. Сам в душу полез. Я знаю, что я сейчас только хуже себе делаю, но... А знаешь что? Можно я выпью? Вот это перевод. Так можно или нет? Только ром. Немножко осталось. Слушай, а... Давай вдвоем, по чуть-чуть, за тебя. Ну да, я и забыл, что у меня сегодня день рождения. Давай. Давай. На бутершафт. А целоваться? По-настоящему. А если узнают? А кто расскажет? Найдутся добрые люди. Это ты что? А может и я. Ну что ж, пусть болтают об этом, рассказывают друг другу. В конце концов, любая сплетня — это тоже вранье, не так? Ну ты как? Стартуем? А давай. Там дверь была открыта. Ну, как дела?
Как Леонид? Нормально. Проводили его до дома. Толик не встретил? Встретили. Он Леониду у подъезда дожидался. Дождался? Да. Прощение просил. Толик. Толик. У Леонида. У Леонида. Просил прощения. Ага. А Маша где? С Толиком ушла. Вернется? Вряд ли. Ну, как вы тут? Скучали без нас? Да, Леночка, мы без вас очень скучали. Нет, Леночка, они здесь без нас совсем не скучали. С Катей привесело проводили время. Да, Катя? Люда, а вот твое сочинение. А еще ты, кажется, спрашивала, где твоя сумка? Нет, не спрашивала. Спрашивала. Она там, в прихожей. Катя, ты, пожалуйста, принеси мне из той комнаты мою записную книжку. Она мне срочно нужна. Что? А ты с ними не связывайся, говорит. И пошел себе.
одна ведь. Не то, что не тронут, так до дома проводят. Боятся просто. Боятся. И на том спасибо. Знаешь что, Катя, я тебя слушал, слушал, а теперь возьму ты и перебью. Вот ты говоришь, стала встречаться с Мишиным, и местная шваль тебе больше не лезет. Это, конечно, замечательно. Но вот только именно и замечены у тебя все проблемы. Слишком он какой-то неубедительный Робин Гуд. Уж прости меня, конечно. У тебя из-за него дома скандалы. В школе и в нашей компании сама видишь, что... Да еще не весь какие слухи про тебя ходят. А вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Да неудобно мне повторять такие глупости, но многие уверены, что... Ну-ну, что ты? Не стесняйся. Что дети у тебя скоро будут? Ах, дети, да, точно. А ты в это веришь? Раньше и я верил. А теперь? А теперь не знаю. Я не знаю, кого слушать и кому верить. Но если ты скажешь, что это правда, я не удивлюсь. Так вот, это неправда. Это вранье. Я у вас такая, что сказать стыдно. У меня нет ни гордости, ни достоинства, ничего. Нет, но даже об этом вы знаете лучше, чем я. Ну, допустим. Ладно, хорошо. Но вы же меня еще и дуру сделали, а я не дура. Да, я признаюсь. Возможно, когда-нибудь я захочу иметь ребенка. Да признаюсь, я даже сейчас об этом думаю. Но я хочу его растить и воспитывать, чтобы вырастить и воспитать, чтобы у него были мама, папа, бабушка с дедушкой и, возможно, даже брат с сестрой. Я не называю известную нам обоим девочку из 10 класса. Такую уж хорошую, но несчастную. Вот вы говорите, ей не повезло, да? А по-моему, она просто дура. Но ее дочка тут при чем? Она же не виновата, что ее мать дура. А я не дура. Не дура и все. И если ты веришь всяким слухам, пусть тебе это только лучше будет. Он как завелась. Того гляди, укусит. Тоже мне остряк нашелся. Ну ладно, твою страстную проповедь о том, что в школе не нужно становиться мамами, папами, я услышал и потрясет. А теперь ты, пожалуйста, послушай меня. Хоть ты и наговорил про себя тут неизвестно что. Человек ты тонкий, нежный, ранимый и очень беззащитный. Ты вытаскиваешь за уши кого-то бродягу и при этом строишь из себя объявленную эгоизм. Опять же все эти твои сволочи, вранье, подлецы, кирпичи, подворотни. Какая-то неубедительная, весьма наивная масса. Подожди! Не перебивай, я тебя слушал. Наконец уж кем-кем, а дурой я тебя никогда не считал. Ну спасибо, а многие считают. Какая жалость. И почему же? Да, почему? Да потому что ты сама из кожи вон лезешь, чтобы изобразить из себя дуру, черт побери. По-моему, ты странным, непонятным и даже смешным образом ужасно стесняешься сама себя. Боишься, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не подумал о тебе хорошо. И по-твоему, ты я, детский сад? А по-моему, пусть лучше думают плохо, а кажется хорошо. А то вот бывает, посмотришь, отличный парень, а на деле так... А нельзя ли секундочку предположить, что можно выглядеть именно тем, кем являешься? Утопия! Вот в этом-то ты и права. Ты себя убедила, что кругом одно вранье. Ты убиваешься страданием, заточенными в высокой башне, прекрасной принцессы, которую никто никогда не увидит, и никто никогда не поймет. Даже ужасный дракон, и тот где-то далеко внизу. Ты даже себе время от времени перестаешь верить. Но ты послушай меня. Меня послушай. Вот у меня отец дипломат. Успешный и тайный. Я далек от мысли, что он человек добренький и простодушный. Работа у него не такая. Но он человек умный, а еще профессиональный. Суть его профессии состоит в том, чтобы разбираться у людей и извлекать из них максимум выгоды. А наука состоит в том, чтобы быть разумным эгоистом. Кем? Разумным эгоистом. Это еще кто? А вот я сейчас объясню. Есть жлобы. Эти делают хорошо себе и плохо всем остальным. Это не метод, поскольку до поры до времени и сколько веревочки не видится. Далее, есть неразумный эгоист. Это, кстати, как раз ты. Эти делают плохо окружающим, чтобы окружающие делали плохо им. Это тоже не метод, не так ли? Так Катя? Значит, я эгоист. Еще и неразумный. Подожди. Наконец, есть люди умные и спокойные. Их немного.
К сожалению или к счастью, было бы много, все жили бы гораздо счастливее. Они делают хорошо окружающим, чтобы окружающие делали хорошо им. Само собой, бездашно, Даша, вот тебе пример. Приди как-нибудь домой пораньше. Сядь на кухне с мамой, поболтай с ней, расскажи свои секреты. Глядишь, она не будет тебя пилить, и бояться тоже не будет. Вечер, другой, третий, что-нибудь изменится. Понятно более или менее? Более или менее. Наконец, это твой Миша. Это что, протест? Чем хуже, тем лучше. Да хватит тебе протестовать. Посиди, успокойся и подумай, стоит ли он того, чтобы терпеть из-за него все это? Все? Все. Закончил? Закончил. Ответ «да». Стоит. Здесь весь твой разумно-неразумный эгоизм не работает. Из-за одной маленькой вещички. Какой? А ты не догадываешься? Нет. А ты подумай. Я сейчас подумаю, я опять такого надумаю. Это уже зависит от меня, твоей испорченности. Или твоей испорченности. Или моей испорченности. Подожди. Катя, ты очень хороший человек. Ох, спасибо. Нет, я серьезно, я рад, что я понял это. Давай мы с тобой заключим оборонительный и наступательный союз. Против них, ради нас с тобой, ради тебя. Зачем ради меня? Мы вытащим тебя из этого болота, в которое ты сама себя загнала. Увидишь, что при нашем союзе все быстро изменится к лучшему. Что изменится к лучшему? Дома перестанут скандалить. В школе и нашей компашке начнут лучше относиться. Наконец, от улицы и от Мишины я тебя оторву. Хорошо, но что подумают о тебе? Я уже сказал, что мне плевать. Ладно. Если я соглашусь, то как же быть след? Да переживет она не раз. Что ты за нее все печешь? Да не пекусь я, нет, просто. Вот ты говоришь, переживет. 10 раз переживет. И это хорошо, что у вас такие отношения, а вот Мишин не переживет. Мишин? Да, скатится. Это из-за меня он бросил пить и курить. Это из-за меня он начал нормально работать и нормально зарабатывать. Да что там, я его из пропасти вытащила и за руку держу. Ведь если бы не я, он бы наверняка уже сидел. Да точно бы сидел, крепко и надолго. Да дался тебе этот Миша, что ты за него уцепилась? Сидел бы себе и пусть бы сидел. Одним бандитом было бы меньше. Что он тебе, родной? Вот как ты говоришь, лучше бы сидел? Да. Что ж, видимо, ты так и не понял, чем он мне дался. А жаль. Ну пойми же ты, наконец. Я его люблю. Люблю и все, ты понимаешь? И поэтому весь твой эгоизм не работает. Поесть.
молчали. Ты свое, я свое. Не знаю, как ты, а я твой голос услышу и постараюсь запомнить. Ты что, бредишь? Да так, мечтаю. А может, и брежу. Знаешь, Максим, сегодня был замечательный день, и я очень тебе за него благодарна. Ты что там, я благодарна тебе за все это. Ты отличный парень, какая-нибудь девчонка будет безумно в тебя влюблена. Мне даже немного жаль, что это буду не я. Почему ты со мной так смайлишь? На какое-то мгновение я представила, что ты мой сын. Да глупость знаю, но... Знаешь, Максим, если когда-нибудь я останусь одна, и мне будет нужна чья-нибудь помощь, я вспомню о предложенном тобой союзе, и я обещаю, что обращусь к тебе, и только к тебе. Я тебе верю. А я тебя боюсь. Я чувствую, что... Ой! Нельзя. Нельзя? Нельзя. Помнишь, что я тебе сказала? Помню. А что Лис говорил, помнишь? Лис? Да, Лис. Мы в ответе за тех, кого приручили. Вот и я в ответе за него. Поэтому нельзя. Ты уходишь? Да. Максим. Я хотел бы... Два слова. Пошел вон. Зря ты так. Максим. А как же весь твой разумный эгоизм? Разумный эгоизм. Мы в ответе за тех, кого приручили. Легко сказать. Алло. Привет, Лена. Ну ты же сама сказала, что могу не звонить. Да, ушла. Нет, только что. Да, мы под шафт пили. Ну, конечно, целовались. Лена, ну чего ты кричишь? Лена, тебя стало очень плохо слышно. Перезвони.
вот и закончился этот день. Для Максима и его одноклассников идет май месяц. Через неделю прозвучит последний звонок, и они навсегда перешагнут порог школы. В конце июня произойдет несчастье. Авария оборвет жизнь Сергея Мишина. Максим к тому времени улетит с родителями на курорт отдохнуть после экзаменов, и Кате не суждено будет обратиться к нему за помощью. Рядом с Катей окажется Леонид. Он же впоследствии станет ее мужем. Они уедут из Москвы далеко-далеко, на север. Не останутся в Москве и Толик с Машей. Люда будет работать медсестрой в больнице, и только через 2 года самостоятельно поступит в медицинский. О судьбе Лены история умалчивает. После школы она потеряется в Москве, исчезнет, растворится. Максим окончит институт и пойдет по стопам отца. Пройдут многие-многие годы, и в сверкающей заокеанской столице Максим встретит Леонида, штурмана дальнего плавания, и передаст через него в подарок Кате небольшой янтарный медальон. Так будет. Но когда еще все это будет, а может быть, все будет вовсе и не так? Может быть. Но и то сказать, стоит ли нам знать будущее, зачем? Неинтересно будет жить. Что ж, а пока вот они сидят вместе с нами в этом зале, смотрят на себя со стороны и думают то самое сокровенное, о чем надо думать всегда. В самом деле, как же сделать так, чтобы мы все были немного проще и внимательнее, добрее и великодушнее? Как сделать так, чтобы мы на всю жизнь остались одноклассниками, и чтобы мы всегда были в ответе друг за другом?